Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер, поклонники песни! С Новым годом! С новым счастьем! Двадцать пятый по счету юбилейный гала-концерт телефестиваля «Песни года» ведем мы, Евгений Меньшов и Ангелина Вовк. Леночка, я тебя поздравляю. Поздравляю тебя, Женя. В наш адрес пришло огромное количество писем, телеграмм, в которых вы поздравляете «Песню года» с юбилеем. А мы, в свою очередь, адресуем ваши поздравления фирме «Арс», которая вместе с популярной радиостанцией «Европа Плюс» и не менее популярной авиакомпанией «Трансаэро» дарит вам этот юбилейный концерт. Генеральные спонсоры нашего фестиваля «Trans World Metals» – вице-президент Лев Викторович Черепов и научно-производственное объединение «Символ. Город Донецк» – генеральный директор Владимир Богданов. Какой праздник без песни? Ну и какой новогодний вечер без фестиваля «Песни года»? И сегодня в юбилейном гала-концерте прозвучат лучшие песни минувшего года. И сегодня мы награждаем авторов этих песен, лучших поэтов и композиторов. Мы награждаем их дипломами нашего фестиваля. В юбилейном гала-концерте участвуют Маша Распутина, Вадим Казаченко, Наташа Королева, Олег Газманов. Татьяна Буланова, Андрей Губин. Линда, Алена Апина, Лариса Долина, Влад Стажевский. Роксана Бабаян, Иосиф Кобзон. Лайма Вайкуле, группа А-студио. Азиза, Александр Буйнов. Кабаре-дуэт «Академия», Ирина Понаровская, Валерий Леонтьев. Сосо Павлиашвили, София Ротару. Татьяна Овсиенко, Игорь Николаев. Наталья Ветлицкая, Валерий Меладзе. Эдита Пьеха, Вадим Байков. Валентина Толкунова, Ирина Аллегрова, Леонид Серебренников, Александр Серов. Группа «Дюна». Валерия, Дмитрий Маликов, Леонид Агутин. Люба Успенская, Вячеслав Добрынин, Михаил Шупутинский, Филипп Киркоров. Первым гостем на празднике и даже на обычном домашнем застолье всегда было признаком хорошего тона. Мы решили открыть наш юбилейный вечер песней, которая весь год звучала в каждом доме.
Она лилась почти изо всех окон. Многие ее уже знают наизусть. И мы уверены, что эта песня сейчас поднимет ваше настроение на должную высоту. 7000 над землей. Сочинил эту песню универсал Валерий Сюткин. Он сам автор музыки. Сам в соавторстве с Сергеем Патрушевым написал стихи. И сам летит и исполняет 7000 над землей. Валерий Сюткин и компания. Поздний час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. Пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. Дипломами фестиваля «Песня 95» награждаются авторы песни «7000 над землей» Валерий Сюткин и Сергей Патрушев. Игорь Николаев. Не только певец, но в первую очередь поэт и композитор. Из года в год его песни украшают репертуар многих популярных исполнителей. И 95-й год не стал исключением. Музыка и стихи Игоря Николаева «Конфетти». Поет Наташа Королева. Яркие кружочки конфетти остались после бала. Пылкие признания позади, куда же все пропало? Теперь со мною тишина, звенящее молчанье. А теперь со мною лишь луна и разочарование. Конфетти, мишура нереальной любви. Конфетти, снег бумажный не тает, увы. Все обманы уже не важно, что случилось со мной однажды в ночь, когда с неба падала конфетти. Все обманы уже не важно, что случилось.
случилось со мной однажды, в ночь, когда с неба падала конфетти. После бала ледяной волной окатит нас ненастье, где-то за невидимой чертой осталось наше счастье, там, где наши встретились пути, где пары танцевали яркие кружочки конфетти. Не падая летали конфетти, мишура нереальной любви. Конфетти, снег бумажный не тает, увы. Все обманы уже не важно, что случилось со мной однажды, в ночь, когда с неба падала конфетти. И уже не важно, что случилось со мной однажды, в ночь, когда с неба падала конфетти. Случилось со мной однажды, в ночь, когда с неба падала конфетти. Все обман, и уже не важно, что случилось со мной однажды, в ночь, когда с неба падала конфетти. В ночь, когда с неба падала конфетти. В ночь, когда с неба падала конфетти. Мы приглашаем на сцену Государственного Кремлевского дворца автора песни «Конфетти», композитора Игоря Николаева. С Новым годом! С Новым годом, Игорь! Спасибо, с Новым годом! Игорь, мы тебя поздравляем с тем, что ты снова стал лауреатом фестиваля «Песня года». Спасибо. Я хочу выпить за вас, за наших зрителей. И вообще-то у меня есть тост, который всего из трех слов. Знаете, какие? Догадываемся. Выпьем за любовь. За прошлое раскрошится волною о причал. Мы вспомним все хорошее, забудем про печаль. Умчалась юность бедная за даль туманных звезд. И за любовь последнюю я поднимаю тост. Выпьем за любовь, как блестят сейчас твои глаза. Выпьем за любовь, пусть дрожит хрустальная слеза. Выпьем за любовь, и уже не надо лишних слов. Выпьем за любовь, родная, выпьем за любовь. За все цветы, что для других срывал. Прости меня за все мосты, что за собой сжигал. Но мы построили с тобой последний хрупкий мост. За возвращение любви я поднимаю тост. Выпьем за любовь, как блестят сейчас твои глаза. Выпьем
будет хрустальная слеза. Выпьем за любовь, и уже не надо лишних слов. Выпьем за любовь, родная, выпьем за любовь. С Новым годом, мой родной, далекий Дальний Восток и Сахалин. Я вас люблю и помню. С Новым годом. Дорогие, любимые, родные, вся страна, с Новым годом. Мы отмечаем, пожалуй, самый любимый и всенародный праздник Новый год. Но, Женя, возможно, кому-то вот сейчас, в разгар веселья, праздничного настроения, кому-то одиноко, а может быть, даже и грустно. Ты знаешь, это не исключено. Кто-то так и не сумел дождаться звонка любимого человека. Кто-то сам по тем или иным причинам не сумел выехать в гости. Так пусть же одиночество этих людей в этот вечер скрасит песню года. И грустить не надо, ведь Новый год только начался. И будем надеяться, что вместе с ним начнется новая жизнь. Музыка Владимира Матецкого, стихи Михаила Файбушевича, «Праздничный стол». Так называется эта песня. Мы приглашаем на сцену Роксану Бабаян. Что же случилось, ну что же случилось? Так пусто кругом. Праздника, праздника не получилось, лишь ветер в окно ранит без звука, смертная мука, словно кинжал. Эта разлука бьет, бьет наповал, наповал. Что же случилось, ну что же случилось? Господь наказал, мелкими брызгами сердце разбилось, как тонкий бокал. Ветер играет, ветер сдувает локон со лба, не разжимает мертвую хватку судьба, судьба. Праздничный стол, белая, белая скатерть. Он не пришел, себя обманывать хватит. Праздничный стол, блики в хрустальных бокалах. Женщина смотрит устало в синюю муть за окном. Что же случилось, ну что же случилось? Одна в тишине. Может быть, все это только приснилось в несбывшемся сне.
ветер играет, ветер сдувает локон со лба, не разжимает мертвую хватку судьба, судьба. Тебя обманывать хватит. Праздничный стол, блики в хрустальных бокалах. Женщина смотрит устало в синюю муть. Праздничный стол, белая, белая скатерть. Он не пришел, себя обманывать хватит. Праздничный стол, блики в хрустальных бокалах. Женщина смотрит устало в синюю муть за окном. Лауреатами фестиваля «Песни 95» стали композитор Владимир Матецкий и поэт Михаил Файбушевич. Нашему фестивалю 25 лет. Вместе с песней выросло целое поколение новых людей. Говорят, что в прошлое не дано вернуться никому. Но поскольку наш фестиваль телевизионный, это возможно. Скажу не твое. Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок. Широкая жизнь с вами была, места мало, и неба было мало, и земли. Широкая жизнь с вами была, места мало, и неба было мало, и земли. Тут бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Открой нам, отчизна, просторы свои, заветные чащи открой ненароком. И так же, как в детстве, меня напои березовым соком, березовым. Мое призвание, песня ставшая судьбой. Боль забвенья ранена, знал Орфей преданный тобой. Каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Увезу тебя я в тундру, увезу тебя одну. Пестрым северным сиянь твои плечи оберну. Звездный низ загорится на ресницах серебро. Сколько хочешь самоцветов мы с тобою соберем. Травы, травы, травы не успели от росы серебряной согнуться. И
такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются. Городам. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Верю в майский день, а ты яблонь белый, яблонь молодых в твоем саду. Моя темноглазая, где Волок, где Волок, где в доме, где резной палисад. Юбилей не только хорошо праздновать, но это еще удачный повод для того, чтобы положить начало новой традиции. Верно. Вот и теперь на наших глазах рождается новая традиция. Ежегодно присуждать призы в четырех номинациях. Композитору года будет присуждаться приз имени Исаака Дунаевского, одного из ярких основоположников отечественной эстрадной музыки. В номинации «Поэт года» приз имени Роберта Рождественского, чье творчество обогатило и российскую поэзию, и песенный жанр. Будет присуждаться приз «Певцу года» имени незабываемого Леонида Утесова. И приз «Певицы года» имени блистательной Клавдии Швельженко. Победители во всех номинациях будут названы сегодня за выдающийся вклад в развитие эстрадной песни и нашего фестиваля. Ну, а мы продолжаем нашу юбилейную программу, и нам очень приятно сказать вам о том, что в этом году на нашем фестивале появился новый творческий дуэт Аркадий Укупник и Юлия Кадышева, чему мы очень рады. Ведь это и понятно, любой творческий союз – это новые песни. В этом году песня «Благослови». Поет Вадим Казаченко. Было все у меня, и любовь, и покой. Каждый вечер был дорог, и каждая ночь. Все прошло, как туман над холодной рекой. Ты спасти не сумеешь, не сможешь помочь. Благослови на дальний путь. Благослови, прости, забудь. Пускай звучат слова твои. Благослови, благослови. Благослови на дальний путь. Благослови, прости, забудь. Пускай звучат слова твои. Благослови, благослови. Дается лишь раз в этой жизни шальной. Нам теперь не исправить ошибки свои. Все дается лишь раз, и любовь, и покой. На дорогу и счастье ты благослови. Благослови на дальний путь. Благослови, прости, забудь. Пускай звучат слова твои. Благослови, благослови. Благослови на дальний путь. Благослови, прости, забудь. Пускай звучат слова твои. Благослови, благослови. Дальний путь, благослови, прости, забудь. Пускай звучат слова твои. Благослови, благослови. Благослови на дальний путь.
благослови, прости, забудь. Пускай звучат слова твои, благослови, благослови, благослови на дальний путь. Благослови, прости, забудь. Пускай звучат слова твои, благослови, благослови, благослови на дальний путь. Благослови, прости, забудь. Пускай звучат слова твои, благослови, благослови. Лауреаты фестиваля песни 95, композитор Аркадий Укупник и поэтесса Юлия Кадышева. Юбилей – это не только торжества, но и повод отметить недостатки, задуматься о пройденном пути. Ты это о чем, Жень? Это написал советский классик. Да. Вот и некоторые поклонники песни года спрашивают, как наша передача будет развиваться, советуют сменить форму, содержание. И даже название. Не переживай так, Женя. Во-первых, ты понимаешь, что содержание передачи постоянно меняется, и в каждой программе звучат новые песни. А что касается идеи смены названия «Песни года», то, по-моему, это очень такая идея свежая и неожиданная. Весьма. И тем, кто ее подал, на мой взгляд, лучше всего ответили композитор Андрей Савченко и поэт Алик Алов. «Давай оставим все как есть», написали они и стали лауреатами нашего фестиваля. «Давай оставим все как есть», поет Татьяна Овсиенко. «Давай оставим все как есть, пока мы счастливы с тобою. Мы грешники, и да, и нет, скажи, что толку спорить нам.
будь что будет, пока горит шальной рассвет. О дни грядущем не мечтай, давай оставим все как есть. Давай, давай оставим все как есть. Давай, давай оставим все как есть. Давай, давай оставим все как есть. Счастливый Бог не судит. Давай оставим все как есть и будь что будет. Авторы песни «Давай оставим все как есть» — композитор Андрей Савченко и поэт Алик Алов, лауреаты телефестиваля «Песня 95». 4 дня перед воротами Кремля собирались празднично одетые люди. И хотя до Нового года было довольно далеко, во всем ощущался этот праздник, самый любимый и всегда ожидаемый с нетерпением. Итоги года и четвертьвековой юбилей праздновала телепрограмма «Песня года». Песня года – это очень большой праздник. Финал Песни года – это праздник во много раз больше, приятнее. Уже хотя потому, что финал собирает, ни одна программа не собирает столько много артистов, звезд, как именно финал Песни года. Мне приятно, что наша фирма тоже внесла какой-то вклад в эту передачу. Это очень приятно, и эту передачу сегодня смотрят многие миллионы зрителей, это тоже приятно. И пользуясь случаем, мне хотелось бы поздравить телезрителей с Новым годом, пожелать счастья, мира, здоровья. Сколько прекрасных песен родилось в недрах этой группы? Все участники нашего телефестиваля, как говорится, с буквы «А». Автор песни «Нелюбимая» Еркеш Шакеев доверил свою песню группе «А-студио». И она не обманула его ожидания. Музыка и стихи Еркеша Шакеева. «Нелюбимая». Мы приглашаем на сцену группу «А-студио». Позолоченный свет твоей слезы горел в ночи. Обнимая меня, сказала ты: уходи, зная, что нет моей вины, я прошептал тебе прости, все пройдет, не грусти, не грусти. Нелюбимая ждет меня у окна,
вечерами темными, как всегда, у окна, где-то нелюбимая ждет меня, у окна, вечерами темными, как всегда, у окна, ждет меня, ждет меня. Автор песни «Нелюбимая» Еркеш Шакеев, лауреат фестиваля «Песня 95». Говорят, что на ошибках учатся. Лучше, конечно, когда эти ошибки чужие. Но, к сожалению, в основном получается как раз наоборот. Но чужие ошибки чаще всего бывают заразительны, и примеров тому немало. И они дают авторам пищу для написания новых песен. Ну и что, что обжигалось? Так назвали свою песню две очаровательные женщины, композитор Лора Квинт и поэтесса Лариса Рубальская, автор стихов многих популярных песен последних лет. Как это по-женски звучит? Ну и что, что обжигалось? На сцене Надежда Бабкина. Я уже ничего не ждала, начала привыкать к одиночеству. Намекнули грустя зеркала, представляйся по имени отчеству. Мексиканские фильмы любя, с героинями плакала поровну. Но когда увидала тебя, я рванула в обратную сторону. Ну и что, что обжигалась, не очень молода, ведь на сердце не осталось от ожогов ни следа. Ошибалась, что ж такого, это с каждым может быть, я еще сто раз готова ошибаться и любить. Все забытые, вспомнив слова, молодою я стала по-прежнему. Снова кругом пошла голова, переполнившись мыслями грешными. Как сладка мне ночейка была, и к утру расставаться не хочется. Намекают, смеясь надо мной зеркала, рановато по имени, отчеству. Ну и что, что обжигалась, не очень молода, ведь на сердце не осталось от ожогов ни следа. Ошибалась, что ж такого, это с каждым может быть, я еще сто раз готова ошибаться и такого, это с каждым может быть, я еще сто раз готова ошибаться и любить, я еще сто раз готова ошибаться.
Лауреатами фестиваля «Песня 95» уже не в первый раз стали композитор Лора Квинн и поэтесса Лариса Рубальская. Хорошо-то как! С Новым годом! Когда вы среди всех традиций в нашей стране одна из самых добрых и самых постоянных – это слияние новогоднего праздника с гала-концертом «Песня года». И ведь действительно, какой праздник без песни? Какая песня без баяна? Какой баян… Подожди, стоп, Женя, ты так договоришься. Как я понимаю, ты хотел сказать, какой же праздник без шутки и без шуточной песни? Именно так. Ну, есть такая песня. Композитор Георгий Островский и поэт Герман Енин в этом году сочинили песню, которую, можно сказать, поют все от мала до велика. С песней «Борька Бабник» мы приглашаем на сцену самую жизнерадостную группу «Дюна». На свете много женщин и много пацанов. На свете много умных и много дураков. Но есть еще на свете такие мужики, как женщину увидят, так сразу дураки. Наш Борька Бабник, наш Борька Бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька Бабник, наш Борька Бабник, а он такой же, как и все, как ты и я. Ты посмотри налево, направо посмотри, вокруг ведь королевы, нам с ними по пути. А Борька парень смелый, он знаете какой, он с каждой королевой идет к себе домой. Наш Борька Бабник, наш Борька Бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька Бабник, наш Борька Бабник, а он такой же, как и все, как ты и я. Я сам порой бывает завидую ему, а это точно знаю и знаю почему. Ведь я пацан женатый, а Борька холостой. Когда иду я с женщиной налево, а он к себе домой. Наш Борька Бабник и Сашка Бабник, Серега тоже бабник хоть куда. А кто не бабник, ну кто не бабник, да тот, кто женщин и не видел никогда. Наш Сашка Бабник и Борька Бабник, и Витька тоже бабник хоть куда. Ну кто не бабник, а кто не бабник, да тот, кто женщины не видел никогда. Да тот, кто женщины не видел никогда. Вот так-то, алло, гараж. Композитор Георгий Островский и поэт Герман Енин стали лауреатами фестиваля «Песня 95». В нашем юбилейном вечере песня Ильи Духовного. На стихи уже ставшего лауреатом фестиваля «Песня 95» поэта Сергея Патрушева. Скажи мне правду, атаман, поет Татьяна Буланова. Помню от порога прямо на восход увела дорога в тот веселый год. Кони нас носили, сто смертей нам вслед, рысью по России мы неслись на свет. Скажи мне правду, атаман, зачем тебе моя любовь, когда по свету льется кровь, не до любви она. Скажи мне правду, атаман,
путь по солнцу держим. Оно давно уж не там, где прежде, и в глазах темно. Ах, не до восхода, скачем на закат. Сколько же народа не вернуть назад? Скажи мне правду, песни «Скажи мне правду, атаман», Илья Духовный и Сергей Патрушев награждаются дипломами телефестиваля «Песни 95». Скажите, как давно вы смотрите новогодний финал «Песни года»? Ну, где-то, наверное, годов уже 20. Постоянно. Постоянно смотрим. Смотрим все 25 лет. Сначала по телевизору, вот уже 5-й год приходим в дворец съезда. С детства, наверное. О, много лет смотрю. Ну, как себя помню. Так и смотрим эту передачу. Послушай, Лина, какое загадочное письмо пришло в наш адрес. Саша сказал, что бальзам «Звездочка» можно принимать по пол-ложечки в чай. И по пол-ложечки не поняла с чем. Я пробовала в чай. Не помогает. Пусть Саша повторит, с чем надо пить по пол-ложечки. Я знаю, кто здесь замешан. Это, как говорится, очень разносторонние и талантливые люди. Они не только употребляют бальзам, но и проливают его на души телезрителей. Сами пишут стихи,
музыку, пробуждают по субботам добрые чувства в сердцах людей, поют, танцуют. Ну а мне, как президенту Московского благотворительного общества защиты животных, приятно, что они отстаивают собачьи интересы. Доги. Музыка и стихи Александра Цикало и Лолиты. На сцене кабаре-дуэт «Академия». Фестиваля песни 95 Лолита и Александр Цикало, кабаре дуэт Академия. Творчество – это состояние любви. И творческому союзу композитора и поэта, так же как и любви, не страшны никакие расстояния. И песни, которые прозвучат сегодня, тому подтверждение. В данном случае композитор живет в России, а поэтесса в Италии, но это не явилось преградой для их совместного творчества. Мы не знаем, как они пишут свои песни. По телефону, по факсу, может быть,
пользуются услугами телеграфа. Но плод их совместного творчества сегодня здесь, на фестивале «Песня 95». Музыка Дмитрия Маликова, стихи Лилии Виноградовой. «Выпью до дна». Поет Дмитрий Маликов. Дипломами фестиваля «Песня 95» за песню «Выпью до дна» награждаются композитор Дмитрий Маликов и поэт Лилия Виноградова. С Новым годом, заснеженная Россия!
и самые лучшие теплые пожелания с Гавайских островов. С Новым годом, родная Сибирь, дорогая страна! С Новым годом! Солнечная Калифорния поздравляет дорогих россиян. Счастья вам! Будьте здоровы, счастливы, любимые! С Новым годом! Новым годом! Новым годом! Вначале было слово, и слово было у мэтра. Слово было, есть и будет у мэтра российской песенной поэзии Михаила Танича. Есть даже такая примета, кто с этим поэтом завяжется, то уже долго потом с ним не развяжется. Завяжется, развяжется, это ты уже используешь слова из песни, Лина. Ты прав, Женя, ты прав. Музыка Сергея Коржукова, стихи Михаила Танича «Узелки». На сцене Государственного Кремлевского дворца Алена Апина. Полюбила парня, да не угадала, вовсе не такого я во сне видала. Я его слепила из того, что было, потом, что было, то и полюбила. А потом, что было, то и полюбила. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь, она и есть только то, что кажется. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь, она и есть. Узелки тугие, у меня проблемы, у него другие. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. А потом, что было, то и полюбила. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь, она и есть только то, что кажется. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь, она и есть только то, что кажется. Это лишь минутка, как слеза упала, я же не сказала, что любовь пропала. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. А потом, что было, то и полюбила. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь, она и есть только то, что кажется. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь, она и есть только то, что кажется. А любовь, она и есть только то, что кажется. А любовь, она и есть только то, что кажется. А любовь, она и есть только то, что кажется. А любовь, она и есть только то, что кажется. Лауреатами нашего фестиваля стали композитор Сергей Коржуков и поэт Михаил Танич. Фестиваль «Песня года» в день своего юбилея учредил приз имени Роберта Рождественского. В этом доме были написаны слова очень многих любимых всеми нами песен. И эти песни на стихи Роберта Рождественского из года в год оказывались в финале телевизионного конкурса «Песня года». А значит, они действительно любимы вами, публикой. Этот дом не опустел, но в нем не хватает хозяина, мужа, отца, поэта, человека, который вкладывал душу в свои строки. И эти строки оставались в нашей памяти и сердцах. Его не стало очень недавно, чуть больше года назад. Мы живем под ветром, так что другой музыки нас спокойно и свободно хлещет. Не знаю,
эфира, из, с экранов, с телевидения, она разная, есть очень хорошая. За выдающийся вклад в развитие песенной поэзии и фестиваля «Песни года» приз имени Роберта Рождественского присуждается поэту, который неоднократно становился лауреатом фестиваля «Песни года» Михаилу Таничу. Мы приглашаем на сцену для вручения этой почетной награды дочь Роберта Ивановича Рождественского Екатерину Рождественскую. В эту минуту я хочу поклониться памяти безвременно ушедшего Сережи Коржукова, автора музыки, песни «Узелки» и всех моих лесоповальских песен. В эту минуту вспомним поэтов, которых сейчас нет с нами на этом празднике песни, Роберта Рождественского, Игоря Шаферана, Михаила Плецковского, Леонида Дербенева, Михаила Рябинина. Вспомним, не вставая, потому что поэты живут, пока их читают и пока поют их песни. Дай Бог и нам, живущим, новых песен, достойных человеческой памяти. Спасибо. Фестиваль «Песни года» учредил приз имени Леонида Утесова. За выдающийся вклад в развитие эстрадной песни и фестиваля «Песни года» приз имени Леонида Утесова присужден мэтру российской эстрады, исполнившему бесчетное количество песен на нашей эстраде, Иосифу Кобзону. Эту почетную награду вручает музыкальный продюсер общественного российского телевидения, автор многих песен, ставших лауреатами нашего фестиваля, композитор Юрий Саульский. Дорогой Иосиф, я желаю тебе огромных успехов во всех многообразных видах твоей деятельности и, конечно, еще много-много-много новых песен, плюс к тем 2000 песен, которые ты уже спел. Поздравляю тебя! Итак, пора оправдывать честь. Звучит песня Игоря Крутого на стихи Эмина Геворка «Приди». Горится
светлая не ты. Покрова темноты младенцем стал я в тишине, чтобы сама ребенок ты, мое дитя, шепнула мне: приди скорее на мой порог, без уст твоих мне нет житья, бессмертным становлюсь, как Бог, от их прикосновения. У души пыль, и загорится солнце лик, улыбка светлая не ты. Приходи. Музыка и стихи Игоря Николаева. «Лучик солнца». Любимая, прости меня, в пути я забывал свет твоего огня, в пути так много было всего, но нет родней никого, чем ты, мой лучик солнца. Лучик солнца, лучик солнца. Я в жизни все отдал за лучик солнца. Лучик солнца, лучик солнца. Я не отдам года мой лучик солнца, я не отдам годам мой лучик солнца.
закат, в нем ностальгия по минувшим дням. Вот так всю жизнь я шел навстречу миражам. Вот так, но на исходе пути в ночи лампадой свети мой ясный лучик солнца, лучик солнца, лучик солнца. Я в жизни все отдал за лучик солнца, лучик солнца, лучик солнца. Я не отдам годам мой лучик солнца. Я не отдам годам мой лучик солнца. Но нет родней никого, чем ты, мой лучик солнца, лучик солнца, лучик солнца. Я в жизни все отдам за лучик солнца, лучик солнца. Лучик солнца. Я не отдам годам мой лучик солнца. Я не отдам годам мой лучик солнца. Лучик солнца. Я в жизни все отдам за лучик солнца. Лучик солнца. В жизни все отдам за лучик солнца. Михаил Танич работает весьма плодотворно. Каждого слова, каждый его куплет попадает точно, как говорят, в яблочко. А вот Руслан Горобец редко радует нас своими песнями. Но о нем можно сказать, сочиняет редко, но метко. В 95-м году их совместные усилия увенчались успехом, и они подарили нам прекрасную песню. Музыка Руслана Горобца, стихи Михаила Танича. До свидания. Мы приглашаем на сцену певицу Ларису Долину. Нет, я тебя сама не удержала и никакой причины не ищу. То, что между нами пробежало, без ревности забуду и прощу. До свидания, все было как было. До свидания, все было вчера. До свидания, я все позабыла и любовь прогнала со двора. Много там осталось дорогого, где было мне всего 17 лет. Судьба и нам свое сказала слово, не будем ей махать рукой во след. До свидания, все было как было. До свидания, все было вчера. Забыла и любовь.
твое имя напишет, и вспомнишь, как я плакала, любя, и скажешь мне, что я ждала услышать. Но кто-то скажет это до тебя. Дипломы фестиваля песни 95 вручаются авторам песни «До свидания», композитору Руслану Горобцу и поэту Михаилу Таничу. Человеческую душу приводят в движение не только бурные страсти, приятные воспоминания, но и трагические события. Экстремальные ситуации зачастую становятся толчком для создания новой, сильной песни. Ушел в историю год 95-й. Год 50-летия Великой Победы. Но тема войны не оставляет композиторов и поэтов. Даже тех из них, которые, как говорится, в силу возраста не нюхали пороха войны. И вот тому подтверждение песня «Комбат», на которую мы получили очень большое количество зрительских откликов. Эта песня – плод творческого сотрудничества, проверенного временем трио. Композитор Игорь Матвиенко, стихи Александра Шаганова, группа «Любэ». А на войне, как на войне, патроны, водка, махорка в цене. А на войне нелегкий труд, а сам стреляй, а то убьют. А на войне, как на войне, подруга, вспомни обо мне. А на войне не ровен час, а может мы, а может. Комбат, йо, комбат, комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь, батарея, огонь, батальон. Комбат, йо, командует он. Огонь, батарея, огонь, батальон. Огонь, батарея, огонь, батальон. Огонь, батарея, огонь, 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 и я. А на войне, как на войне, солдаты видят мамку во сне. А на войне, да то оно, а все серьезнее, чем в кино. Война, война, война,
дурная тетка, стерва она. Эх, война, война идет, а пацана девчонка ждет. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят, так бьет йо комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат, за нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон, комбат ее командует он. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят, так бьет ее комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат, за нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон, комбат ее командует он. Огонь батарея, огонь батальон, огонь батарея, огонь батальон, огонь батарея, огонь батальон, огонь батарея, огонь, 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 я. Диплома фестиваля «Песня 95» вручаются авторам песни «Комбат», композитору Игорю Матвиенко и поэту Александру Шаганову. Новогоднему празднику, как, впрочем, и фестивалю «Песни года», сопутствуют сегодня приятные неожиданности. Мы награждаем лауреатов фестиваля «Песни 95», вручаем призы лучшим песенникам в установленных 4 номинациях. Но, кроме того, мы учредили еще одну номинацию – лучший, самый верный и отзывчивый телезритель фестиваля «Песня года». Песня остается с человеком, а человек остается с песней. Этот человек провел с нашим фестивалем 25 лет. Четверть века он является автором многочисленных писем в адрес «Песни года», очень теплых и интересных, и альбомов, посвященных нашему фестивалю. И мы поздравляем телезрителя с 25-летним стажем, участника Великой Отечественной войны Владимира Николаевича Полишина. Спасибо большое. Я весьма тронут этим большим и серьезным таким подарком. И хотелось бы, чтобы по этому телевизору мы смотрели концерт, посвященный 50-летию «Песни года». И чтобы песни и дружба, они всегда шли вместе. Как летит время. Только недавно, казалось, наш фестиваль начинал набирать силу, а уже пролетело четверть века. Да, но эти годы не прошли даром. Давайте вспомним. Чумазые носики, курносики сопят. Сон свою страну зеленоглазую, спят мои сокровища. Чумазые носики, курносики
высоте. Судьба, прошу, не пожалей добра. Терпимо будь, а значит, будь добра. Храни меня и под своей рукою дай счастье мне, а значит, дай покоя. Я пою в нашем городке каждый день в шумной тесноте. Ты придешь, сядешь в уголке, подберу музыку к тебе. Эти летние ночи, эти радуги и тучи, мне от них как будто лучше, будто что-то впереди. Малиновки, заслыша голосок, припомню я забытые свидания. В три жердочки березовый мосток над тихою речушкой без названия. Я часто время торопилась, привык во все дела прикасться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. До встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны. Да разве мы прожили друг без друга, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Родительский дом, начало, начало, и к жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет дарит твои окна много лет. Счастье завтрашнего дня прилетело крыльями звеня. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Жизнь невозможно повернуть назад, и время не на миг не остановишь. Пусть не оглядна ночь и одинок мой дом. За чудесами, но нет чудесней ничего, чем та земля под небесами, где крыша дома твоего, где крыша дома твоего. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь. И на все деньги купил целое море цветов. На это и смешно, но так легко моим плечам уже залет.
мой дельтаплан. Когда-нибудь и песни, звучащие на нашем фестивале, будут напоминать людям их прошлое. Ну, а мы продолжаем нашу юбилейную программу. И вот сейчас еще один пример того, что как бы ни разбрасывало людей по свету, если их связывают творческие отношения, то они обязательно найдут друг друга. На фестиваль «Песни года» этот композитор прилетел из-за океана. А певицу Любу Успенскую доставил на фестиваль «Песни 95» кабриолет. Эту песню сочинил композитор Гарри Голд и поэт Илья Резник. На сцене Государственного Кремлевского дворца Люба Успенская. Почему так путаются мысли? Почему так часто меркнет свет? Я к тебе пришла из прошлой жизни. В этой мне с тобою жизни нет. А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Если вспомнишь, меня забудь, а вернешься, меня здесь нет, а я сяду в кабриолет. Рыцарем без страха и упрека. Ты, увы, не стал, любовь моя. Скучно мне с тобой и одиноко. Видно, эта дверь не для меня. А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Если вспомнишь, меня забудь, а вернешься, меня здесь нет. Кабриолет. Так хотела я душой согреться от огня твоих любимых рук. Но смогу ли твоей быть дамой сердца? Если сердца нет, тебе, мой друг. Дипломами фестиваля «Песни 95» награждаются композитор Гарри Гол и замечательный поэт-песенник Илья Резник. Когда этот певец поет, что его безумно полюбили,
Ему веришь и радуешься за него. Когда он поет, что его бросили, ему сопереживаешь и тоже веришь, что это произошло именно с ним. Лауреатом нашего фестиваля стал автор песни «Падают листья» Валерий Зуйков. А на сцене певец, который сделал эту песню хитом, Александр Буйнов. Празднует осень бал прощальный, но от судьбы не ждет пощады лист. В медленном круге тая, грустно исполнит танец у земли. Листья горят без сожаления, даже когда не вышел лето срок. Но послужить успели, прежде чем пали пеплом на песок. Падают, 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 падают листья. Ну и пусть зато прозрачный свет. В памяти, в памяти, в памяти, в памяти лица тех, кого сегодня рядом нет. Падают, 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 падают листья. Ну и пусть зато прозрачный свет. В памяти, в памяти, в памяти, в памяти лица тех, кого сегодня рядом нет. Время летит неумолимо, но у людей такой молитвы нет, чтобы хоть на мгновенье остановить течение кратких лет. И мы спешим, друзей теряем, но все равно не успеваем жить. Листья своим примером нас бы могли, наверное, научить. Падают, 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 падают листья. Ну и пусть зато прозрачный свет. В памяти, в памяти, в памяти, в памяти лица тех, кого сегодня рядом нет. Падают, 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 падают листья. Ну и пусть зато прозрачный свет. В памяти, в памяти, в памяти, в памяти лица тех, кого сегодня рядом нет. Валерий Зуйков, автор песни «Падают листья», награждается дипломом фестиваля «Песня 95». Долгопрудный
С Новым годом! С Новым годом! Поскакали? Следующая песня называется «Я и ты». Двое. Два мастера. Композитор Максим Дунаевский и поэт Леонид Дербенев. Этот творческий тандем порадовал бы нас еще не однажды, но, увы, поэта Леонида Дербенева уже нет. Но с нами остались его стихи. Они живут и будут жить в песнях, которые мы помним и любим, а их не перечесть. Мы приглашаем на сцену Машу Распутину. В необъятном небе ветер свищет, древними созвездиями шурша, и тоскует, и спасения ищет крохотная искорка душа. Чтобы устоять и сохраниться на краю бездонной пустоты, ты поверь, что мир нам этот снится, а реальный в нем лишь я и ты. Под грохот гимна, в сутолоке людных площадей, на планете, что вот-вот погибнет от науки, спида и вождей. Только гибель ничего не значит, если верить в истинность мечты. Чтобы не переиначил, будем мы отныне рядом, я и ты. Дипломы фестиваля «Песня 95» вручаются композитору Максиму Дунаевскому и вдове Леонида Дербенева Вере Иванне Дербеневой. Композитора Игоря Крестовского и поэта Дмитрия Панфилова можно сегодня поздравить. Они впервые стали лауреатами фестиваля «Песня года». И это событие можно назвать многообещающим, потому что песню, которую они сочинили,
В этом году стала весьма популярной. А исполняет эту песню группа, которая популярна уже не первый год. «Моя малышка». Игорь Крестовский, Дмитрий Панфилов. И группа «Нана». Помнишь, когда-то весна цвела, мы в парке гуляли с тобой. В крепких объятиях моих была ты маленькой, хрупкой такой. Славной малышкой я звал тебя, а ты улыбалась в ответ. Время промчалось, и понял я, малышки моей лучше нет. Моя малышка, мой маленький нежный друг, моя малышка, ты радость моя. Моя малышка, с тобой мне легко всегда, скажу я тебе, не тая. Моя малышка, мой маленький нежный друг, моя малышка, ты радость моя. Моя малышка, с тобой мне легко всегда, скажу я тебе, не тая. Принцессу свою искал я, звезды хватая с небес. В поисках счастья бродить устал и жить в ожидании чудес. Нежной улыбкой меня даря, ты в сердце оставила свет. Время промчалось, и понял я, малышки моей лучше нет. Моя малышка, мой маленький нежный друг, моя малышка, ты радость моя. Моя малышка, с тобой мне легко всегда, скажу я тебе, не тая. Моя малышка, мой маленький нежный друг, моя малышка, ты радость моя. Моя малышка, с тобой мне легко всегда, скажу я тебе, не тая. Скажу я тебе, не тая. Моя малышка, мой маленький нежный друг, моя малышка, ты радость моя. Моя малышка, с тобой нелегко всегда, скажу я тебе, не тая. Моя малышка, мой маленький нежный друг, моя малышка, ты радость моя. С тобой мне легко всегда, скажу я тебе, не тая. Лауреатами фестиваля «Песни 95» стали Игорь Крестовский и Дмитрий Панфилов. С Новым годом, дорогие земляки! С Новым годом, Украина! С Новым годом, Москва! Песня в сознании зрителей ассоциируется с тем или иным именем, и чаще всего с именем исполнителя. Тем не менее, мы на фестивале «Песни года» не устаем повторять и не боимся повториться, что песня – это общее дело авторов, музыкантов, исполнителей. Да, успех песни – это общий успех. И чтобы не быть голословной, я назову несколько песен, судьба которых сложилась счастливо, благодаря удачному союзу композитора и исполнителя. «Мадонна», «Ты меня любишь», «Звездопад». «Музыка венчальная». И венчает перечень этих прекрасных песен новая песня, написанная композитором
Игорем Крутым специально для певца, голос которого не спутаешь ни с чем другим. Музыка Игоря Крутого, стихи Игоря Николаева. «Я люблю тебя до слез». Поет Александр Серов. Глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. В жизни до тебя я так счастлив не был, для тебя одной их так любишь ты. Эти белые цветы, я люблю тебя до слез, каждый вдох, как первый раз, без толпы красивых фраз. Это облака из роз, лепестками белых роз. Ложе застелю, я люблю тебя до слез, без ума люблю. Белизной твоей, манящей белой кожи, красотой твоих божественных волос. Восхищаюсь я, ты мне всего дороже, все у нас с тобой только началось. Я люблю тебя до слез, я люблю тебя до слез, каждый вздох, как первый раз, без толпы красивых фраз. Это облако из роз, лепестками белых роз. Наше ложе застелю, я люблю тебя до слез, без ума люблю. Фраз, это облака из роз и лепестками белых роз. Я наше ложе заселю, я люблю тебя до слез, без ума люблю, я люблю тебя до слез, без ума люблю. Дипломами фестиваля награждаются композитор Игорь Крутой
и поэт Игорь Николаев, авторы песни «Я люблю тебя до слез». Лена, ты знаешь, мы сегодня находимся здесь все в каком-то волшебном океане. Да? Да, океане света, музыки, слов. Улыбок, радости, любви. Мне кажется, что именно в такой атмосфере композитор Владимир Матецкий и поэт Александр Шаганов писали свою песню «Остров любви». А исполнит ее певица, которая поистине окружена океаном народной любви и восхищения. Певица, которая была участницей 22 фестивалей «Песни года» и исполнила в них 39 песен лауреатов. Певица, которая в этом году тоже отмечает свой юбилей. 25-летие творческой деятельности. София Ротару. Наши судьбы корабли, друг от друга мы вдали, и плывем, и качаются мачты. По течению нас несет, но однажды день придет, повезет и тогда слез не прячь ты. Остров любви, в океане людском улыбнулся нам счастьем в тумане. Остров любви, не вернуть, не сберечь этот остров любви в океане. Корабли плывут, плывут, берега зовут, зовут. Берега кликают, но счастье находишь непросто. Ночь кромешная, крест, лишь луна да южный крест. Да надежда, что есть впереди тот несбыточный остров. Остров любви, в океане людском улыбнулся нам счастьем в тумане. Этот остров любви в океане.
Владимир Матецкий и поэт Александр Шаганов стали лауреатами фестиваля «Песни 95». «Синдбад мореход», «Небо и земля», «Ты, ты, ты» – эти песни, рожденные в Международном творческом союзе поэта Леонида Дербенева и композитора Тонче Русева, одного из самых известных песенников Болгарии. Все эти песни в разные годы стали лауреатами нашего фестиваля. И только в этом году, наконец-то, Тонче Русев приехал к нам на наш гала-концерт. И сегодня он в этом зале. А популярностью эти песни обязаны замечательному исполнителю, который уже давно стал любимцем публики. И сегодня он для вас споет еще одну песню этих авторов. Музыка Тонче Русева, стихи Леонида Дербенева «Днем и ночью». На сцене Государственного Кремлевского дворца искрометный экстравагантный Филипп Киркоров. Когда-то люди жили дольше, чем сейчас. Так в седой легенде говорится. Но сегодня ночью голубой, чтобы насладиться счастьем, насладиться вечности не хватит нам с тобой. Ах, если б жить можно было вечно жить, повторяя «я люблю» днем и ночью. И дорожить каждой встречей, дорожить каждым взглядом, дорожить днем и ночью. Ах, если б жить можно было вечно жить, повторяя «я люблю» днем и ночью. И дорожить каждой встречей, дорожить каждым взглядом, дорожить днем и ночью. Странное ты все-таки создание, но опять наступит миг такой. Скажешь «до свидания», милый, «до свидания», и к щеке притронешься рукой. Завтра мы придем на этот берег, звездную посмотрим высоту, и опять поверим. Можно было вечно жить, повторяю, я люблю днем и ночью. И дорожить каждой встречи, дорожить каждым взглядом, дорожить днем и ночью.
Дипломом фестиваля песни 95 награждается композитор Тонче Русев. На фестивале песни 95 вместе с нами президентский оркестр, художественный руководитель и главный дирижер, композитор Павел Овсянников. И вновь обратимся к письмам. Вот послушайте, 1995 юбилейный не только для вашей передачи, он юбилейный для нашей семьи. Мы с мужем будем отмечать серебряную свадьбу. А ведь действительно, действительно, также можно сказать и про наш фестиваль. Серебряная свадьба, 25-летие счастливого союза музыки, стихов, композиторов и поэтов. Певцов и слушателей. А настоящая свадьба празднуется не один день. Вот именно. А поэтому, дорогие телезрители, сегодня «Песня года» не прощается с вами, а говорим вам до завтра. Смотрите и слушайте нас завтра.